Морозильный траулер «Казань» входит в Калининградский порт. Последние мили похода всегда кажутся самыми длинными и самыми волнующими. За кормой корабля остались сотни миль, а в трюмах появилось более 85 тысяч центнеров рыбы. И в этом трудовой подвиг моряков. Сколько прощаний и встреч было у этих портовых причалов. Сколько здесь было сказано слов, очень нужных в долгих разлуках. Здравствуйте, родные! Здравствуйте! Почти год ждали вас жены и невесты, матери и дети, друзья и знакомые. Потом в кругу близких будут долгие рассказы о пройденных милях, о свирепых штормах, о нелегком труде моряков рыболовного флота. Это будет потом. А сейчас здравствуйте, дорогие, здравствуйте! Первые объятия, первые поцелуи, первые интервью журналистам. Казань встала у причала.